Здорово, дорогие друзья, с вами Майло. И Лоран, мы с вами закончили здесь в прошлый раз безумные ублюдки Негр и Ума Турман. Напоминаем, игра называется Bro Force, кому интересно, в описании там будет. Ссылочка в описании. Ссылочка воспитания. Ссылочка воспитания. Ну, сейчас да. Мы будем воспитывать собаку. Внимание, все корейцы, все корейцы, пожалуйста, отойдите от экрана, здесь мы видим жареную собаку. Спасибо. Я пожарил собаку. Я, кстати, реально пожарил. Как-то двусмысленно звучит, я пожарил собаку. Ты Билл Гейтсом играешь. Кто поменял? Ух ты, теперь мы оба с мячами. Ух. Безумие продолжается. Я уже рассказывал тебе, что такое безумие. Безумие – это когда ты тыкаешь бочку мечом, блин. Если вы хотите потыкать мечом бочкой. Если вы вообще хотите потыкать, значит, вы школьник, и вам 16 лет. И надо в эту игру поиграть, значит. О, баба с танком, баба с трубой. Смотри, где я. Так. Так, я, пожалуй, вернусь. Зачем я свищу танку? Ты меня можешь? У меня две жизни или одна? Я не знаю. Ну-ка, попробуй. Да, у тебя. Ты Рипли. Поехали. Меня только не сбрось там где-нибудь. Ты давай аккуратнее. Красиво. Но я пошел. Ты чё мой танк бросил? Да чё там, не едет никуда. Хочешь под землёй поехать? Над ним так и проехал. В смысле, там машина? В подземелье? А не умею по стенкам ползать? Нет, я вот поэтому и бросил. Там машина в подземелье. Она меня убила. А, она тебя? Да. Как она туда заехала? Там мужик был, он такой, типа, я могу заехать. Спорим, я заеду. Видно, поспорил. Так, что я умею? А я умею вот так. Ты умеешь устраивать вакханалию. О, сейчас будет пум. А вот и машина. Здравствуйте. Воу. Откуда они под землей на машинах? Да вот именно. Я хочу этого парня. Ты будешь менять? Ну, мы сейчас друг друга чуть-чуть не поменяли. Не, меняй, я не буду. Заря. Хищник классный перс. Когда... Там ребят. Может вообще? Спасибо. Это не я, это сверху что-то упало. О, режим невидимости. Прикольно. О, лестница сломана. Так, а да. Что будет, если задержать копье? Тю-тю, где он? Там надо доехать. Это, а я знаю, что это за персонаж. Это шашлычник в Асгейм. Шашлычник в маске. Ребят, ой. Радостный придурок. Шашлычник Вазген. Что это было? Какой-то звук, как будто бы ты телепортанулся или на тебя что-то упало. Я телепортанул, я в этого, в Чака, ой, там мужик упал. В Чака. Я в Чака превратился. На тебя что-то упало. Убил гранатой. Ты ему просто голову проломил гранатой. Лови гранату. Она, короче, вот как убивает она, блин. Я думал, она взрывает. Оказывается, не надо гранату взрывать, она просто и в человека. По башке, но она тяжелая, наверное. Ты видел, она с полчеловека. Рита! Херач, батя! Херач! Что происходит? Я умер. Нет, ты живой.
Ты поаккуратнее, мы там землю прокопали. Это было что-то с чем-то вообще. Но я там столько собак порезал. Спаси меня. Собак порезал. Все. Я иду, чекист. Ой, мясо в меня и его в мясо. Ой, я живой, я Брюс Ли. Ты Че Гевара. Ты, кстати, не этот, суперприем не используй, у него суперприем вообще четкий. Это не суперприем. Но я говорю, ты это. Как у тебя аватарка меняется внизу. А ну-ка, у меня как. И смотри, даже они проработали патроны, то есть патроны летят. Охренеть. Ух. О. Это босс. Терракоптер. Терракоптер. Что-то я не помню, чтобы в фильмах такое было. О, опасен парень. Нам бежать? Нет? Воу, какие большие у него патроны. Почему я потерялся? Я умер. Я не понял, что произошло. Парни, бежите, беги. Бежите. Бежите. Спасай меня, короче. Ясно. Да ему похеру. Ты Чак. О. Парень, спасайся. Ой, а вертолетные эти, оказывается, режут. Винты? Да. Ты на винты прыгнул? Да. Ни разу еще не пробовал на винты прыгнуть, поэтому. Дэдпул не доделал. Как думаешь, он на вертолет попадет? Да. Ого! Ну, нормально. Давай стреляй. Ну давай, подлети сюда. Опа. Ну все, давай мочи. Бум-бум-бум-бум. В итоге кто-то убил. Тут как, может, на 4 игроков даже можно играть. Это представь, какая вакханалия, если 4 человека будут играть. Давай Си, сразу. Мы после себя огонь как-то оставили. Ездим тут по миру. Мировой тур, убиваем людей. Там какие-то индусы прыгают. Радостные индусы. Это африканцы в воду просят. А мы едем воевать. Я fire showman. Что за стрелки? А. А дальше что? Вот сюда надо прыгать. Че он там разглядывает в бинокль? Он тебя ищет. А зачем он на своих смотрит? Боинг разбился. А бинокль в глазах и остался. Классно. Оглушайка. Четенько так. Это Брюс Уиллис. Тут, похоже, тоже прыгать надо. Спасибо. Спасибо. Ты куда разбежался-то? Я пытался от взрыва убежать. Вообще так-то. А, тут же надо аккуратно. Угу. Как нам висит? Ползи! 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 Что бы вы сказали Шерон, если бы увидели ее перед смертью? Беги, сука! Беги! А ты живой, ты вон. Я знаю.
А, это же доп. Миссия. Да. А может быть на веревке ускоряться? А, точно. Вон, блядь. Я умер, пока ты там... Сейчас я спасу тебя, не очкуйте. Ускорили прямо в ад, нахуй. Давай ускоряться сразу, или чё? Ускорилось. Так нормально? А почему босиком? Потому что это Брюс. Да ты... Как это собираешься? Сдох, Маша. Копатель онлайн. Ой, тут конец. Ну, я прошел. Я просто представляю, как 4 человека улетают на вертолете. О! Мы взяли... Что это? Витамин. Это же вакцина от коронавируса. Что, на 4 или на 5? Давай на 4. Уже здесь красный уровень. Почему у них носы у всех красные, как у Никулина? Потому что это бро настоящее. О, в городе. О, город. Там бочки. Разрушитель. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Че это, блядь? Это граната была. Я умер. Круто. Там бочка. Там человек. Тебя спасу. Кёсель огромный какой. Я полубессмертный. Прикрой меня, пес. А почему мои пули улетают? Да почему ты, блин, эти бочки тут разрушил, почему сука? Я? Да. Почему мои пули улетают в обратную сторону? Потому что я отбиваю пули. Это же Нео, он, блядь, не уворачивается, а отбивает пули. Хотя, по-моему, в фильме он уворачивался. Но это, почему он просто лег? Ну, он умер, устал. То есть ты видел, он... Устал. Да там дверь. А собаку можно кинуть? Да, вроде бы, да. Оу! Они там стоят, разговаривают. Смотри, кто-то идет. Пиу! Лох. Это граната? На, лови обратно. Смотри, сейчас он мне гранату кинет. Пёсель меня убил. Смотри. Да, кинь мне ещё. Ну тебе что, жалко что ли? Ну дай мне. Меня там нет. Там я. Там нет. Труп. Братан, ну дай мне. Тормоз. Лох. Лох. О, Алёшки. Деда, блин. Че было? Он вроде только одну кинул. Там кто-то, этот пулеметчик. Жалко, нельзя. Я, блин, нас бегают трое, я путаю себя постоянно. Минус дед. Минус дед. Дед.
А ты что, там где-то есть вроде тебя спасти? Да хрен знает. Да, где-то там. Красавчик. Ты один остался. Да они на этой стоят, а их нет. Еще сзади это. Заплакал. Они очканули, прикинь. Очканули и убили меня. Горец, он умер. Горец, блин. Горе, горе. Горе, горец. О! Я могу кидать меч. Блин, блин. Что происходит вообще? Ярсу, будешь меня? Не, мне нравится. Спасай меня тогда. А, окей. Я забываю вечно, что... Про него? Да, да. Да, бывает. А там дверь открываешь, он такой, типа, привет. Привет, Андрей. Давай, кинь мне гранату. Ну, кинь мне гранату. Какого хера? Как? Ты видел, как четко он залепенил гранату? Ты видел, как четко я залепенил гранату? Пес провалился. Вот как четко. Оу! Ты умер? Нет? Нет, я тут. Наверное, просто парни, я их не могу оставить без внимания, они скучать будут. Как и вон тот, вон те вот придурки. Собака подорвалась. Это что? Я не знаю. Снайпер. Я не знаю, что это было. Снайпер какой-то. Че, мы сейчас опять тупить будем? Спасибо, я на твоей ракете подскочил, это было четко. Кинь мне гранату. Какого хоть мой танк улетел куда-то не туда? Спасай меня. Куда кинул гранату, туда он и прилетел. Деликатная работа. О, да, именно это мне сейчас и нужно. Одноногая сука. Ты где? А. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотри на лицо, когда она шмаляет. Ага. Безумие такое. Иди отсюда. Ты умер? Да, я не видел, что я бегал там. Внизу не видно. Какой, блядь, то есть на граната ему насрать? Перекачанный ублюдок. Вот тут два даже. Блин, почему тебе... А, нет, я хищник. Круто. Видел? Улетели все. А ребятушки. Дверь такой открыл тут сразу. Менять будешь? Где? Я хочу наверх или что? Там а, нет, наверх. Подожди, там наверх надо.
Спасибо. Что это было? Ты выжил, я нет. Там нет, чё, здоровый чё? Конь, блядь, еще два этих взрывных парня. Ты куда? Да умер он, успокойся. Там еще один. Заворачивай. Колбасу просто. Этот китайский сок рекламирует. Чем-то похоже на такую газировку, которую все знают. Которую мы не можем называть, потому что я не понял. Потому что они нам денег не дали за это. А, ну ладно, тогда мы не будем ее называть. Но Бенерок там. О, клещ. Пойду умру. Да не нужны мне твои игра. Вы вместе с ним в ад пошли. Что? Не надо тут взрываться. Меня спаси. Меня спаси. Я там. А я не знал, что Индиана Джонса играет актер Алёша. Алёшка наш русский парень. Что ты делаешь? Я портуюсь, потому что могу. Могу что себе позволить. Беспорядок развели. Отшляпаю. Даже не заметили. Мини. Да. Потому что есть алё. Меня. Там псай. Псай. Псайдак из. Оу, я. Нам похоже наверх. Да нет. Ну да, сейчас бы танки уничтожать руками. Фейерверк под конец устроил. Почти прошли, блин, ёкарный бывай, ну что ты? Что это такое там? Если мы знали, что это такое, мы знаем, что это. Ой. Граната. Ага. Амахасла. Угу. Амахасла. Я думал, я ее откину. Да ёкарный бабай. Я его не видел там за картой. Сколько их тут набежало. Буинг. Буинг. Еще одна полетела. Торпеда. Ага.
Ебой. Летящей походкой. Верхом на машине. Во, вдвоем вышли. Мы да, они нет. Это редкость. А вы там всех убили? Да, по-моему, да. 2 минуты миссия проходила. О, шоколадный заяц. На шашлык. Теперь по... Ну ладно. Груви. Я под лифтом застрял. Так, о! Рогалик! Нет! Ты проебал рогалик и сам проебал. Я себя проебал. Полетели. Так, что там, что нет? Если что, я смогу тебя воскресить, если я сам не умру. Че внизу? Робокоп? Это как из Робокопа. Робопоп. Сейчас могу время замедлить. А я тебя воскресить. Погнали. В смысле, ты меня выгнал, охуел? Поехали. Нет, давай не, нету, не проходи карту там. Веселее, когда убиваем людей. Где я? Что я? Ты уже Блейд? Хочу ли я, могу ли я, говно ли я, магнолия? Ты уже Блейд. Я иногда та еще Блейд. Не застрял. Я тут роботов разбрасываю. Потом они падают на меня. У нас животный секс. Ты умер? Да. Я сбросил робота, и он упал на меня, а ты куда-то полетел. Я тебе помог, воскресил, а ты... Изи. Не, роботом прикольно гонять, кстати. Как естественно. Вот вертолет так может? Вертолет может с таким маленьким пропеллером летать? Мы терпим падение. Тебя там индусы какие-то зовут. Мы терпим падение, падаем, падаем, падаем. Время кримсон какой-то красный. О! На. Что-то все красное. No time to, no time to explain. Нет времени объяснять вроде. Я уже в мясо. Где? Я думал, ты. Нас хорошо встретили. Большими летающими елдаками. Угу. Ой, ну вот не надо тут, не надо. Что-то я там пробежал, там, значит, уничтожил там себя. Рита! Запомните, дети, никогда не лезьте, никогда не лезьте с холодным оружием против огнестрела. Деда! Деда! Press F to respect. Мы потеряли деда. Oh, yeah. Был мужик и нет мужика. У него появилась она. Был пацан и нет пацана. Так, ладно. Окей. Ты, конечно, как вьетнамец пробираешься очень хорошо. Ну, я пошел. Твоя очередь. Был в мину еще. Два мечника. Ёп. Руби головы. Руби головы. Делай ток. Делаю. Делай красиво. Делай грязь.
Почему я умираю в первые 2 секунды? Ну, собственно, как и в Hotline Miami. Там ты тоже умираешь в первые 2 секунды. Ты так-то живой. Я знаю, я Джеймс Бонд, и я... умер. Какая же тут жесть просто творится. Я пытался. Я верю. О, ну-ка, ну-ка. Бляха муха, я нифига не вижу. Ты куда чешешь? Куда ты чешешь? Тебя это не спасло. Здесь не надо торопиться. Думаешь? Думаю, да. Ладно, поехали. Вот смотри. Оп! Сколько я человек собрал? Я умер уже вначале. Вот я сейчас возьму и спасу тебя. И спасу тебя. И спас тебя. И сам выжил. Смотри-ка. Блин. А, нет, я не видел. Оп. Ага. Па. Ты забыл про минное поле? Ну, забудешь тут. Знаешь, вот со всем происходящим Земля это последнее, о чем ты думаешь. Горят, выпадают из машины и горят. Когда печеньки сгорели в микроволновке. Так, я кто? Я железный кулак. Я не смог взорвать этот динамит. Эти бомбочки нельзя взорвать никак вообще. Я Шейнахаузер. Меня съела собака за задницу. Собака за задницу. Собака бывает кусачей, только от жизни собачьей. Особенно во Вьетнаме. Тут, спасибо. Нет, спасибо, мы разрушим землю сами. Оу, oh, щит. Подожди, ты же должен был выжить. Что-то же от тебя должно было остаться. Нет. Нет? Ну ладно. Они в мясо вообще, это ядерные боеголовки летят. А-а-а. Надо, короче, под землей нахуй идти. Нет. Как я оказался наверху? Нет. Буинг. Я бесполезный персонаж. Вот почему ничего не остается. Я не знаю, как ты, а я под землей. Смотри, где я. Вот почему нельзя там ходить. Как они выпадают оттуда просто. Я просто представляю такую ситуацию задержания каких-нибудь наркобаронов, и собаки съедают ОМОНовцев. Что? ОМОНовцы просто выпадают там из фургончика из этого. И что ты дальше будешь делать, Шерлок? Я сделал тебе путь под землей. Ты сможешь пройти. Я тебе говорю, путь под землей сделал. Ты чё? Курицу раскидываю. О, нахуя я делал этот путь? Если ты Алексей, блядь, Иванович, долбоёбов. Брат! Um...
чувствуете эту боль? Бра! Нифига скорострельность так-то. Когда их трое еще быстрее. Что там происходит? Тихо, тихо. А, собаки едят. Меня съела собака? Да. Плохо ты, судьба. Ну, я прошел под землей, блин, эти торпеды. Ой, это еще не конец. Под землю! Сейчас я справлюсь с этим, ребята. Ох, ёб, что это было? Ты справился со всем. Куда так, Бас? Под землю. Ну, Рэмбо-то не привыкать. На, лови. А я... О, там что-то было. Там Холокост устроил. Не-не-не, я не. Дядя. Спасибо. Спасибо. Прибегли на камушек. А чикачо она стреляет. Чикачо! Чикачо! Ремикс напишу. Как она. Как вы можете описать ее стрельбу? Чикачо! Смотрите, рюмка в него сейчас. Нифига, хитрая жопа. Ты же Джеймс Бонд. Агент 00 крыса. И умер так тупо. Чикачо. Чикачо. А что, прикольно получил? На, лови. Ты бы мог его убить пока. Ты посмотри. Его там намотало на рога. А что это тут труп? Там что-то ползет или кто? Что, погнали? Подожди. Поехали. Сейчас я из-за камушки выйду. Бум. Меня спаси. Меня вон я. Что эта бочка горит? Я не там. Меня там нет. Иди в обратную сторону. Ящики двигай. Это не симулятор грузчика. О, я женщина. Женщина, я танцую. Женщина, я не танцую. Че было? Радостные суицидники. Че ты его пинаешь? Все. Батарейка кончилась. Он сейчас взорвется. Знаешь, спасение выглядит, по-моему, как-то по-другому. А не пытание, не попытки запихнуть меня в этот, в банку. Вместе с этим. О, смотри. Жестко. Щетка. Привет. Ой, там робот. Да-да, это робот. Это робот. Это робот. Это робот. Он стреляет пульками. Все сначала. Так и да. Да лезь, Чак Норрис, что ты такой толстый? Давай, я убираю того, что с краю, и того, что другой. Молодец. А? Тут еще бочка. Я спасся. Да. Ценой моей жизни. Молодец. Что я могу сказать? Так, сейчас подожди. Чё ты там? Я ему хочу смерти не... Какой звук. Они такие удивлённые такие. Кидай.
Все, бери. Ты человека там спасал? Да. Че, поехали, ты готов? На меня не приземлись. Четко. Сейчас будет. Я хотел спасти человека, но... Ну, не удалось. У тебя батарейка кончилась. Оух, меня спалил этот. Я внизу есть. Да, вот этот чувак. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я тебя спасу. Я ни хрена не вижу. Да. Что это было? Что такое происходит? Это я вылетел из этого. Прям в воздух. Прикинь, это глюк. Я лечу вниз теперь, это я падаю. Да? Да. Вот. В смысле? Это как вообще? Это я из робота вылетел. Хера ты вылетел там. Что за турбинное ускорение? Бесконечности далее. Базлайтер, блядь. Меня даже есть. Ладно. Скотина. Сволочь! Лох это судьба, товарищ. В чем сила, брат? Изи. Не, ну улетел, конечно, баска было. Че, опять это? Что-то в подземелье. Не сработало. Подземелье. А! Меня убили. Бум! Железный тигр. Стой, 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 не поднимайся. Я хочу кое-что попробовать. Ну вот, раунд заехал. А где я? Ты умер. Почему? Меня спаси. Спасибо. Железо. Ты супер прием, ты что не используешь? Вон как раз сверху толпа народу. Йо! О май гад! Ты умер? Нет? Нет. Ой, я умер. Меня убила огромная торпеда. Save me. Стальной танк. Стелс это типа этот скрытый. А, стелс это. Я думал. А там какой-то этот.
Человек советский. Спасай меня, советский человек. Тебя спас... А, воскреси меня. А есть туша. Воскреси меня. Есть. Да меня воскреси. Оу, май. Там сзади бегут суицидники, люди. О, так вот. Я сказал, там бегут суицидники, люди. Ты такой, да. Хорошо. Хорошо. Охрененно. Спасайте меня, мистер. Рыжая борода. Рино! Сейчас будет бум. Ну, это не совсем тот бум, про который я говорил. Вставай! Он за нас? Не знаю. Нет. О, меч кидает. Да, меч кидает. Оу. Наш экран трясется, смотри. Бум-бум-бум. Да. Танк. Генерал там вылез. Что-то факи нам показывал. Гнида рыжая. Одного мечника поменял на другого. А, твои ракеты, то есть, тоже смертельны для меня. Наверное, не знаю. Но тебя, по-моему, не я убил. Что ты делаешь? Бат собрался. Рано. О чем ты думал? Я думал, я успею до того, как он меня... Хой, нет. Шреддер! Менять перса будешь? Нет. Давай, давай, давай. А, ну да, мы же его не видим. Я ракету назад направил, прикинь? Ну ты же отбиваешь любые патроны пули. Изи, изи. Ну, наверное, надо эту серию нам тоже уже заканчивать, потому что время пришло. Игра просто бомба, рвет любые пуканы, любым игрушкам. Любые топы, короче. Любые топы. Нет, игрушка на самом деле топовая. Как раз с друзьями под квасочек, под чаечек. Собраться вечерочек. На любом компьютере пойдет вообще. Да, на любом компьютере пойдет. Можно играть вчетвером. Вчетвером. Бомба. Да. Это... Когда берешь вот это вот нормально, что делать, веселящее там. Когда с друзьями собрались, своими танками похвастались. Потом можно уже, значит. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на наши егошние каналы. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Подписываемся, да, давай.